Российская фигуристка Александра Трусова стала гостьей матча 12-го тура российской премьер-лиги РПЛ между московскими ЦСКА и «Динамо». Спортсменка нанесла первый символический удар по мячу во встрече, проходящей на веб-арене. Ей ассистировал фигурист Марк Кондратюк. По информации РИА Новости, фигуристка убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Этери Тутберидзе. При этом глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейда в своем телеграм-канале написал, что причиной спешки Трусовой стало то, что она приехала за 3 минуты до начала матча. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и победитель игр. В командном турнире Марк Кондратюк поблагодарили футбольный клуб ЦСКА за приглашение на матч 12-го тура российской премьер-лиги сезона 2022-2023 между ЦСКА и «Динамо». Спортсмены нанесли символический удар по мячу перед началом матча. «Спасибо большое за приглашение. Было очень интересно посмотреть за игрой футболистов вживую», — написал Кондратюк в своем телеграм-канале. «Спасибо ЦСКА за приглашение на матч. ЦСКА, Динамо, 1-1, написала Трусова. Матч завершился со счетом 1-1. На 12-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша открыл счет в матче. На 44-й минуте Федор Смолов забил ответный мяч. Об отношениях Трусова и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр 2022 в Пекине, Китай. Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе. Неделю назад Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, у которой занимается Кондратюк.